Около 500 анапчан были в числе тех, кто помогал ликвидировать последствия страшной техногенной катастрофы. Они рисковали жизнью и здоровьем. Но это не останавливало. Людям нужна была помощь. Тысячи человек эвакуировали из зоны поражения. Многие из тех, кто здесь стоят, участвовали в ликвидации последствий этой катастрофы. Вы очень мужественные люди, ответственные. Вы знали, на что вы идете. И очень хочется вам сказать огромное за это спасибо. У памятного знака жертвам Чернобыля прошел митинг памяти. Минутой молчания почтили всех, кто погиб при взрыве, и тех, кто ценой собственной жизни ликвидировал последствия аварии. Мы были там. Мы выполняли свой долг. Мы выполняли клятву, которую давали Родине. Мирное население Анапы тоже не осталось равнодушным к трагедии. Марина Полесская готова была принять на реабилитацию детей из зоны поражения. Но детей разместили в санаториях. Я приняла две семьи. Героя Чернобыля, погибшего при аварии, Янкелевич. Они у меня прожили целое лето. Но я хочу сказать, что вот уже 29 лет мы с ними дружим. Я очень их люблю. В годовщину трагедии анапчане принесли к памятнику гвоздики – знак боли и скорби.